тут знаешь, что тут нету этого, это легального и нелегального. Тут только один Есть. продавец оружия. Не, смотри, зайди. Не, есть оружие, есть просто... Да, есть один, я пойду Но лицензию если ты... покупать. Короче, 500 баксов у тебя есть? Пойдем лицензию покупать. Мэр. 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 А, черт, Мэр. помоги. Помоги, я застрять в двери. Ой-ой-ой, тихо, Жопа, не я лицензию, застрять в тихо, двери, у Карл. нас вот-то. Твоя дверь меня Я в твоей двери застряла. Спасай. Чувак, Мэр. я застрял. Помоги. О, огромное вам тебе спасибо. Помоги. Ой. Чисто сейчас мэр мне лисуху бесплатно отдал. Лицензию? Да, потому что я его спас от налетых бандитов. Прикольно. Пароль ты знаешь какой? Да нет, 454. я застрять в двери, Карл. Выбеги. Аллилуйя. Так, а почему тут был буржуй, теперь здесь А там Алекс? можно выбирать скин. Там скин можно выбирать. Буржуй Алекс, буржуй Алекс, Мэр буржуй убийца! Алекс. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Мэр! Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я тут, короче... Давай Гони заново. бабки! Давай заново. Гони бабки! Заново давай! Где мой кокаин? Где мой кокаин? Раз, два, три, Где короче... мой кокаин? Ой, Давай. ра... Давай. Ой. Чувак, подойди. А, Что-то чё? есть. Чё тебе? Чё тебе? Гони деньги. Тебя чуть не реалистичное оружие, братан. Все равно гони деньги. А вот ты гони. Нет. Ты гони. Ну все, я обиделся. Пока. Там Все, пришли. вырубай, вырубай. Так, кто там? Так, не отвечаем, не отвечаем. Это они пришли, доставай оружие, доставай! Кто это? Это бандиты или копы даже. Сидим. Бери оружие, бери оружие! Готовься. Как Ну, они может, пришли. откроют дверь? Откроют. Открывай. Писаный Китай. Вперед, вперед, готов? Да. А как они это откроют? Они откроют. Проверка, БР. Блять, готов, готовься. Понял. А откуда у них РПГ? Это не РВГ, это таран. А он сейчас может... Он сейчас чья может обыскать Блин, нелегально пропусти. ношение Это сейчас оружия? жесть Может быть будет. приказать? Я хочу посмотреть. Очень сильно. Стреляй! Меня убить! Весь самый китаец сдохнет. Отстреливайся, ты живой? Да. Смотри, я сейчас тачку взломаю. А, бля. Подожди, рессалдер. Как ты можешь тачку сломать? Я вор. Да, это владелец. Нет, тут владельца нет. Все, все, короче, тут владельца нет. Можно взламывать. Если чё... Посади Если меня в чё, когда тачку. будет владелец, Когда говори. будет владелец, Говори, говори. если чё. Уже есть что. Владелец... Нет, там владельца нет. А почему все здесь тачки такие дорогие? Ну, потом, это такая комиссия. Они хотят деньги. Деньги. А, тут бомж тебя прикрывает. Садись. Поехали! Я не могу. А, с другой стороны сядь. Чел! Он сел. Чел, там мой друг, Чел, там бесен мой друг, китаец, можешь бесен ему? китаец, можешь Он ему? как бы мой. Он Спасибо, как бы мой. братан. Спасибо, И я, мы братан. за тобой заедем. Поехали. Мы за тобой заедем. Блять. Ты тачку вырубил, Да Карл. поехали! Он сел. Не стой. Дон-дон-дон! Ту-ду-ду-ду! Садись, братан, братишка, Садись, поехали, братан, братишка, братишка, поехали, братишка. крестьян. Давай к нам, Брат, брат, давай, братан, поехали. поехали. Полиция! О! Полиция! Он исчез! Он исчез! Нифига, ты нифига, видел, видел, исчез! Видел, полиция исчез! Это Медленнее, бомж! едь. Это бомж! А, бомж, короче, там... Поехали, там... Поехали! Это обещанная китайская мафия. Она вкусная. Пока. Я взламываю тачку. Я взламываю тачку. Короче, при... Короче, скажи, когда будешь рядом, я тебя, короче, впущу. Знаешь, что ты делаешь? Хорошо, сейчас заканчиваю.
Ой, здесь быстрее так. Взламывается. Да, как он. Где ты, бесеный? А, ты все, ты едешь? Не, я украдываю тачку. Стоп, а зачем нам украдывать тачку? Как-то, чтобы на них ездить потом. Все, ты приехал. А, меня запалили кору. Едь сюда. Едь сюда. Иди. А, ментура, ёпта. Менты, мусора. А, мусора. Меня убили. Нормально. Я нашел. Сана убить. Но он РП. Но он не РП. Чё? Копы могут, чё? Копы могут все, что угодно насрать и жопу варить. Гав-гав. И тебя посадить. Гав-гав. Убить, найди их. А что? А то, что ты говоришь про полицию плохо. Китайскую полицию плохо нельзя тебе говорить. Имею право, я имею право. И Бобика убить, ты чё? Они убить, они убить. Раз, это мусора, не, мусора, лавер, вон там. Китайское правосудие! Все, я сел. Я поехал. Кот красный, преступники! Так, заправка. Эти сёры... Мне кажется, кого-то только что убили. Воу! Я просто поехал. Я убить! Я отомстить! Он меня убить! Вил. Так, незаконная какая-то продажа оружия. Вижу незаконную продажу оружия. Вот. Что, иди сюда. Давай незаконная давай продажа оружия. Он его зовет. Да он его зовет. Давай. Поехали. Стой. Он его зовет, а он ему говорит, да вы отпугайте, подошли. Пошли. Это подозрительно, пошли. Да блин, садись. Это подозрительно. Китайское правосудие мне говорит то, что они что-то затевают. Послушай музыку. Так, у меня с вами, ребята, ничего нету. Вот, они зашли в переулок. Стоять, блядь. Живо, 10 000 на пол, 10 000 на пол. Чё там они? Я арестовать их! А ну-ка, заходи в переулок, Карл! Заходи в переулок! Какая правосудие! Стой, я сел. Я вот он. Это я, садись. Я должен арестовать их. Я их арестовал. А тебе дали бабу за это? Нет. Алло. Все вы здесь нарастили. Все вы делаете. Давай быстрее. На первую. Давай вот так. Все вы делаете. Помоги. Как прицепиться так? Стой. Где? Это где-то здесь. Оно в соседнем здании. Где ломают дверь? Дверь ломают. О, боже мой. Вон, я вижу их на крысе. На крысе. Да где ты? Я вижу где вора, ты? Который... Я арестован именем и китайским законом за то, что вы ломаете дверь. Все. Вон он. Арестовать. Так, просто... У меня собственности нет. Арестовать? Да. Арестовать его? Ломай. Все, я арестовать его. Подвинули чела. Чувак, ты нам мешаешь. Казино! Понимаешь, казино нелегально, все, поехали на них облаву. Я видел казино, оно находится в центре. Короче, сейчас делаем облаву. Сейчас только надо ошибку ставить. Все, казино находится в центре. О, полиция горит! Полиция горит. Все, пойдем. Тачку поджег. Хотя не. Лучше починю эту. Визи. Пастяны носите, чтобы потусить. Себастьян. Себастьяна все. Стой, блинчик. Себастьяна все. Какой блин? Все, поехали. Не. Себастьян. Блинчик. Все, я буду стоять.
Поехали! Я не вылетел? Бешеный китаец. Я съем, да, Сирак? Давай поехали! Живо поехали! Кольцо пробьем. Поехали живо. Братка, на мою машину пошли, на мою машину. Стой, пойдем к колесу, пойдем облаву делать. Короче, пошли облаву делать, типа, смотри, типа там сказали, то, что там маники. И поехали. Поехали. Анюсь, стоять. Нам сказали здесь маники. Ну, даже не знаю, но я пока подумаю, я приду скоро. Хорошо. Стоять. Да, какие-то проблемы, Нам сказали то, что тут есть маники. Где маники гони? Говори здесь. Как вы видите, тут нет никаких маников. Господи. Похоже, здесь тот чувак нас на Лиге. Ну лядня, пойдем. Нормально. Чисто чел, но и пересрался. А я стал ФБР? Я повыше! Стой, я повыше, короче. Давай, я повыше. Чё ты делаешь? Я повыше залазил. Так, а комендант сейчас же? Всё, да, стреляешь, что, блин? Я ничего не делаю. Он стреляет в нашу тачку! Сидешь, долбайся! Он убийся! Мир бесит. А он кто вообще, баклажан? А если там никого нет? Баклажан, мафия, так что поехали. Баклажан, ну плевать, давай рейдить всех. Здравствуйте, китайская проверка. Баклажан. Никого нет дома, мы все уходим. А куда ты уходишь, мы его рейдить будем. А там никому нет, вот посмотри в окна, есть кто-то? Да блин, давай. Тебе хочется все двери открыть в эту игру? Да, дверь. Все, давай, пошли. Вся, вот баклажан, вот мастер, чувак, пошёл. Пошли. Вот он. На, чувак, давай ему Да сзади тебя владелец стоит, чувак. Ой, здравствуйте, это китайская здравствуйте, полиция. Это китайская можно полиция. На вас дом посмотреть? Можно на вас дом посмотреть? У нас есть FBI. Вы даёте эти? FBI. Нет, ком часа. Нет, FBI может. У нас есть FBI, можно просмотреть ваш дом. У нас есть FBI, мы можем я пойти. Я ФБР. А, что за... Стоп, а как арестовать, если нету... Нормально. Нас сзади убили. Тайский полицейский. Я не могу посадить чувака. Ты должен взять наручники вообще-то, наручники. Я его арестовал, но ничего... И возьми теперь арестованную дубинку, она там есть. Я сделать... Он не арестовывается, Карл. Арестованная дубинка. Его нельзя убивать, его нужно арестовать. Я твой. Да блин. Тихон, чё там? Я сейчас тебя прибью. Я не могу его арестовать, я жму не могу. Арестованную дубинку на левую кнопку мыши. Беру, ничего нету. А если ты наручник? Надень на него наручник. Не пожалуйста. Могу, не надевается. Ой. А нифига не получается. Да и убить нельзя, незаконно. А он где незаконно карает? Да ладно, скажи, что ему делать? Я не знаю, все, отстань от него, убегай. Или убей, лучше убей, короче. Лучше просто убей. Я, короче, тут в тюрьме... Он РП, ёпта. Короче, меня заходили в тюрьму на 360 секунд. Я тут посижу, хорошо? Всё. С именем и закона за то, что вы будете убить, и сейчас его сидит заняты. Всё, именем и закрытой комнате? Да, в закрытой комнате на небесах. Меня сам год... Понимаешь, меня сам Господ посадил в тюрьму для тех, кто прокатничает, понимаешь? Так, тут бизнесмен, все чуваки ко мне в тачке садятся. Вот как ты мог заблокировать двери, скажи? На левую кнопку мыши. Чувак меня просит. С моя тачку подорвать, все, дебиль, что ли?
Я ничего не делаю. Я, короче, завтра, наверное, с утра буду монтировать. Я ничего не делаю, где доказательства, алло. Этот момент, эти моменты. Алло, где здесь доказательства? Здесь стоять рядом с тачкой, когда она взрываться. И что? И что? Мэр, короче, мэр, наушники, этот хочет... Я могу, что за хипчи, пацаны? Пиццу давай, пиццу! Сана, где ссылки? Как его поймать, он меня... О! Я тут. Я гражданин! Ры, я гражданин. Гостем мстить. А я не могу его арестовать, слушай, что за говно? Нормально. Помоги! Деньги дам! Давай, лови его! Лови его! Да я не могу, помоги! Сейчас я тебе помогу. Вот, вот, блин. Слушай. Вот как сейчас я помогу. Здесь? Садись, что на сервере невозможно ничего сделать. Можно, надо, просто. Стреляй в него, стреляй, в тебя стреляют. Это... Стреляй в него. Ой, да хрен ли ты меня я еще бьешь? Нет, я не могу. Пойдем, давай за матч играть. Матч. Нет. На. Почему ты не можешь спать? Потому что меня заблокировали на несколько минут за чё, то, что чё, я... Куда? Я на небесах! А, тебя... Non-RP, Free Arrest плюс Non-RP. А, NLR плюс Free Arrest плюс Non-RP. 900 секунд тебе дали. Сейчас тебе скажу, сколько тебе надо сидеть там. Короче, ты нарушил правила, как и я. Ты улетел на небеса. Я сейчас тебе скажу, сколько меня Бог арестовать. Ага. Тебе 15 минут сидеть. Ой, еще не представляешь мне? Немножко, вот честно только скажи. Вот белочку, когда... Ты на белочку ловишь, что не ловишь, алё, пацан? Ты что не ловишь, да, нет? Все, блин. Чувак, я прошел долг клип. Ладно, вот такая нарезка у нас полетела сама. Китайцы закончились. Китайцы закончились. Обзор закончился. Угар закончился. Теперь я на небесах. И мне придется сворачивать игру и сдать, пока меня... Тихо. Можешь помочь, я тебя проверю звук? Ну, ся вот. Тихо! Китай снова здесь. Только теперь без своего значка. Дима, короче, давай, заходи в блок.